нашу планету, где он одинок, где вечно он болен и в трансе от бед, и всем недоволен, и плохо одет. Там продута его голова, и где почему-то он ищет слова, печалясь и маясь на вид, как чума, в стихи погружаясь, как сходят с ума. Где в праздник и в будни, помимо всего, бездельником люди считают его, где жизнь уплывает и где, наконец, его ожидает печальный конец. Кто выбрал поэту терновый венок и нашу планету, где жизнь уплывает и где, наконец, его ожидает печальный конец?